Добрый день, с вами художественная школа Империя Пикчер, и сегодня я покажу вам, как нарисовать ниндзяго маркерами. А если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылочке в описании вы найдете множество других онлайн-курсов и наше заочное обучение. Но мы начинаем. Берем простой карандаш и начинаем рисовать ниндзяго. Сначала кружочек, далее снизу трапеции и прямоугольник, после чего делим эти три фигуры пополам и рисуем осевую линию. После этого мы начинаем уже более детально прорисовывать ниндзяго. Рисуем хорошую ровную трапецию. Ножки чуть-чуть к низу расширяем. Делаем по центру небольшой такой прямоугольничек, разделяя ножки ниндзяго. После этого мы переходим на ручки. Сначала рисуем с одной стороны, потом сразу же с другой, потому что ниндзяго у нас персонаж симметричный, а это значит, что справа, что слева должно быть примерно одинаково все. Далее рисуем ручки такими дугообразными линиями, после чего этим ручкам добавляем толщину. Замечательно. Вот такая вот у нас получается толщина. Ну и теперь самое время перейти на голову. Итак, начинаем рисовать маску такими вот волнообразными линиями. Справа-слева у нас симметрично, опять же напоминаю, маску закругляем, снизу делаем еще один такой выступ. После чего рисуем две вертикальные небольшие линии и от них рисуем саму голову. Она идет так, как полукруг, очень похоже. После этого над головой мы рисуем еще одну дугообразную линию и делаем как бы такой, знаете, ободок. После чего сверху добавляем еще небольшую дугообразную линию, получаем верхнюю часть нашей шапочки. Ну и, собственно, все, голова готова. Рисуем два овала с правой и с левой стороны. Рисуем бровки и глазки делаем более четкие. Глазкам добавляем бровки и, в принципе, наш ниндзяго готов. Теперь самое время взять черный линер и начать обводить нашего ниндзяго. Аккуратненько по контуру обводим черным линером наше изображение для того, чтобы приступить уже к работе цветом. А пока я обвожу, я приглашаю вас к нам на заочное обучение. Если вам нравится рисовать и вы любите это дело, то самое время начать самосовершенствоваться или получить дополнительное образование в этой области, именно в области изобразительного искусства. Приходите к нам на заочное обучение, с удовольствием научим вас рисовать. И помимо этого дадим свидетельство государственного образца, потому что наша художественная школа «Империя Пикчер» имеет лицензию Министерства образования Российской Федерации, и после окончания нашей художественной школы мы выдаем свидетельство. То есть вы можете сделать свое любимое дело вашей профессией. Заходите и обучайтесь вместе с нашей школой. Пробные 7 дней вы можете получить по ссылочке внизу в описании. Так, но тем временем я уже все обвела практически. Мы проходим глазки, делаем бровки. Ну и в принципе уже можно будет переходить к следующему этапу. Делаем такие хмурые брови, немножко насупившиеся. Небольшие реснички. Берем ластик, стираем весь простой карандаш и готовимся к работе в цвете. Совсем забыла нарисовать такую волну на груди у ниндзяго. Давайте быстренько ее дорисуем такими вот волнообразными линиями. Если прям не получилось, как у меня, ничего страшного, то здесь не обязательно прям точь-в-точь. Добавляю дополнительные брызги, такие как капельки. Хорошо. Ну и, конечно же, их тоже необходимо обвести. Давайте сразу обведем черным линером. И будем уже приступать к заливочке. Так, аккуратненько все вводим. Быстро, четко. Все, как мы можем с вами. Ну и внутри делаем небольшие такие выемки. Прекрасно. Ну и теперь переходим к работе цветом. 35-й цвет – это желтый цвет. Любым, даже желтым, можно, в принципе, залить голову. Далее, 104-й цвет – это темный такой цвет, темно-желтый, скажем так. Делаем собственную тень. И 35-м плавненько все это размываем. Далее берем 66-й цвет. Это светлый такой голубой цвет. Им делаем две капельки на шапке нашего ниндзяго и заливаем всю волну. Полностью все аккуратненько заливаем. Прям 66-м цветом таким голубым. Можно, в принципе, взять любой голубой. Замечательно. Далее берем 63-й цвет, он более темный,
и создаем собственную тень на голубой волне, то есть небольшую такую темную полосочку по правой стороне на каждом голубом объекте. Прекрасно. Теперь переходим на серые цвета. SG2 – это светло-серый цвет. Этим цветом мы сначала проходим светлые участки, а именно блики. Ну или свет на ниндзяго. Двигаемся от светлого и постепенно будем переходить к более темным частям. SG4 – это уже цвет более темный. Посмотрите, какой насыщенный. Всю оставшуюся часть ниндзяго, его корпуса, мы заливаем SG4. Здесь старайтесь очень аккуратно делать заливочку, не заходить за края. Проходим это все. Шапку. Или что это? Колпак, шлем. Точно не знаю, как называется. Если знаете, кстати, напишите в комментариях, как называется головной убор у ниндзяго. Продолжаем заливать. Вот здесь нужно аккуратно залить корпус, чтобы у нас на волну ничего не зашло. Иначе мы ее зальем, и все, наша волна пропадет. Поэтому аккуратненько, тоненько, кончиком маркера двигаемся по контуру, заливая все белые промежутки между волной. Прекрасно. Хорошо, молодцы. Далее спускаемся ниже. Ну, здесь будет попроще, потому что тут такие обычные прямоугольники. Но все равно стараемся за края не заходить. Замечательно. Ну и нижнюю часть. Угу. Есть. Так, ну мы еще не все. Двигаемся дальше. SG8, еще более темный цвет. Здесь мы уже начинаем делать тени. Тени на ручках, на ножках. Вот толщину затемняем. Верхнюю часть затемняем. Добавляем дополнительные тени. Оставляя при этом SG4 кое-где на некоторых участках. Так, вот здесь прорисовываем. Посмотрите, как сразу начинает блестеть наш ниндзяго. Свет и тень. Вот основной секрет объемного предмета. Теперь под волной тоже немножко затемним. Дадим такую толщинку, чтобы волна лучше выделялась. Угу. Замечательно. Так, ну еще у меня есть 120-й цвет. Он, конечно, не прям супер важен, потому что SG8 очень на него похож. Буквально несколько штрихов и готово. Ну и после того, как вы все залили, и казалось бы все, но это еще не все. Мы берем опять черный линер и делаем более темный контур. Также на этом этапе мы заливаем с вами глазки, прорисовываем все детальки, волну на шлеме обводим. Ну и контур делаем потолще. Я очень люблю, когда, знаете, в конце вот мы прорисовываем контур, делаем хорошее, четкое изображение и завершаем максимально наш рисунок. То есть завершаем его, потому что вот все равно где-то остались какие-то недочеты, точечки. Вот как раз таки сейчас мы это все и делаем. После того, как вы сделали дополнительную обводку, обязательно берем белую ручку, делаем блики на глазах кружочками, на нашем корпусе прям полосочками. Посмотрите, как начинает сразу преображаться наш ниндзяго. Полосочки, где-то декоративные точки в самых темных местах. Это залог хорошего такого профессионального декоративного скетча. Так, и также здесь у него идет такая повязка, знаете, как халатик. Рисуем пояс, рисуем такие скошенные линии с одной и с другой стороны и как будто бы халатик. Вот, прорисовываем хвостик. Также на волнах обязательно добавляем дополнительные белые линии, как блики. Ну что, вот такой ниндзяго у нас получился. Немножко точек моих любимых. И готово. Подписываем работу. И если вы справились с данным заданием, обязательно пришлите мне ее в Instagram Империя Пикчур Онлайн. И на этом буду прощаться. С вами до свидания, друзья. До новых встреч. Рисуйте вместе с нами. Приходите к нам на заочное обучение. И не забывайте ставить лайки и подписываться на наш канал. Всем пока!